одна только цель у него должна быть, чтобы, если уж его избрал народ Украины, то народ Украины, он должен отвечать его, за его судьбу, за то, чтобы народ был счастливым, понимаешь, богатым. Самое главное качество президента, он должен быть самостоятельным, потому что он должен думать только о своей стране. Если он думает о каких-то иных целях, я думаю, что у него будущего нет. Порошенко все-таки осознает те потери, которые он творил. У него этот шанс один из миллион, потому что он еще не в крови, именно Порошенко не в крови. Он не принимал условия. Вот после 7-го, если он не остановит то, что происходит сейчас в Украине, тогда он будет кровавым президентом. У него сейчас есть большой шанс. Лично мне этот человек не симпатичен, потому что он все время заявляет какие-то агрессивные политики. Ведь президент должен умиротворить всех. Он должен усадить всех за стол переговоров, потому что это такие же граждане. Представляете, мы будем стрелять в наших же граждан. Президент Украины, он ничего не сделает. Он ничего не сделает. И это всем ясно, что он поставлен, что он практически назначен. Конечно, и за счет своих денег он тоже самое пробился сюда. Порошенко не подходит под роль лидера только лишь потому, что он миллиардер. Миллиардер, который неправильным путем сколотил свое состояние. На самом деле президент должен устраивать только одну страну, ту, в которую он избран. И когда он страну это устраивает, это складывается из многих факторов, тогда в этой стране видно воочию, что что-то происходит. Да? И как ни критикуй, очень трудно критиковать, что-то происходит.